Нам очень интересно, потому что мы первые в Российской Федерации начали строительство агропромпарка и разработали свою концепцию. Конечно, очень бы хотелось, чтобы и федеральный центр как-то участвовал в каком-то субсидировании, финансировании, потому что капитал вложений очень много. Мы очень много ездили, смотрели в Голландии, в Германии, во Франции, как устроен этот бизнес. Но скопировать же нельзя и применить в нашей стране. Здесь все равно у нас условия особые. Поэтому мы все, что могли, полезно взяли, адаптировали. Сделали бизнес-проект, и сейчас он у нас уже построен, и мы его во вторник сдаем в эксплуатацию. То есть это государственно-частное партнерство. То есть мы со стороны области предоставили земельный участок, предоставили коммуникации. Частный инвестор вложил деньги, порядка 700 миллионов. И агропромпарк у нас уже построен, также и наши сельхозтоваропроизводители тоже на долевых условиях участвуют в реализации этого проекта, будут иметь свои торговые места и площадь для хранения овощей. Мне кажется, здесь было бы интересно услышать вообще дальнейшую судьбу, а как это будет дальше в России развиваться, может быть, какие-то все-таки будут меры господдержки реализованы, потому что для нашей области этого мало, мы хотим дальше вторую и третью очередь строить, и холодные склады, не только холодильник, поэтому планы у нас большие. И я думаю, что какая-то полезная информация все-таки сегодня будет. Ну и, конечно, послушайте соседний регион, а что там. Но пока вот я только картинки увидел и проекты. То есть готовый агропромпарк. Вот есть Татарстан, но он как-то мне больше рынок напоминает. Давайте тогда вот про малые формы хозяйства в области. Вот насколько я знаю, как-то идет поддержка активная. Ну, у нас, во-первых, кооперативы организованы. У нас личное подсобное хозяйство организовано кооператив. Кооперативы собирают молоко. И не только молоко сейчас организуются, и мясные кооперативы. Мы их поддерживали. В 2010 году было приобретено несколько модульных молочных комплексов «Калакс». Они сейчас работают. И опять же, вот, после того, как они запустили, стали вопросы сбыта. Но у нас, слава богу, есть региональные сети, где мы реализуем эту продукцию. И, кстати, они первые участники агропромпарка были именно вот эти кооперативы. Они туда вложились и сейчас будут иметь торговые места свои постоянные. Пока нужно начать, потому что мы сейчас автобусный маршрут туда организуем, чтобы граждане могли приехать бесплатно посетить это предприятие. Ну и плюс, о чем я сегодня говорил, мы там будем проводить сельскохозяйственные ярмарки, которые сейчас проводим. Мы их проводим порядка 12 в сезон, и каждая ярмарка у нас приносит 14-15 миллионов выручки для наших сельхозтоваропроизводителей. Вот и посчитайте, если бы мы не проводили ярмарки, эти деньги утекли бы в федеральную сеть. Люди бы там на эти деньги купили продукт, а мы замыкаем максимальное количество финансов внутри своей экономики, внутри экономики региона. Это главная задача. На какую отрасль вы прежде всего делаете упор? Ну вот именно в рамках АПК. Это животноводство, молочное, мясное. Но сейчас все-таки самое тяжелое, это, конечно, молочное животноводство. Это самое капиталоемкое. Я считаю, что это было самое заброшенное на протяжении последних 15 лет. Плоды этого мы сейчас видим. То есть вы видите, что происходит с закупочной ценой на молоко. Да. Причина одна, она простая. Скота мало. В России осталось. Сейчас уже у нас существует проблема, то есть мы сейчас работаем по такой схеме. У нас есть переработчики молока, да? Они дают деньги сельхозпредприятиям на покупку оборудования, на покупку танков, охладителей, причем без процентов на 2 года. Если инвестиции уже у нас достигают в одно хозяйство порядка 10 миллионов, у нас компания «Молвест» активно вкладывается. И сейчас мы пришли к тому, что эти компании дают сельхозпредприятиям деньги на покупку коров. Так мы коров найти в России не можем. Их нет. То есть с огромным трудом удается купить скот, имея деньги. А вы именно ориентируетесь на российский скот? Ну, Европа, она практически вся закрыта. Америка, Австралия далеко и дорого. То есть вот к чему пришли. Ну, а перспективы, планы какие-то у вас есть уже вот намеченные? Планы есть. Вот у нас сейчас порядка 155 голов крупнорогатого скота, причем на протяжении последних 3 лет у нас растет поголовье. Это же немного, 1-2% в год, но это уже динамика. Наш план довести все-таки до 200 тысяч, и для сбалансированности области продукции этого будет достаточно. Это опять же, вот я говорю о том, что нужно просчитывать все регионы, каждый регион, сколько в каждом регионе должно быть свинопоголовья, сколько крупнорогатого скота, сколько овец, и в зависимости от этого уже выделять федеральные субсидии на субсидирование процентной ставки. Достигли квот, все, что сверх квот, берите коммерческие кредиты и строите за свои деньги. И тогда будет баланс в стране.
Нужно все считать, нужно все планировать. И посевные площади тоже.